Друзья мои, вы с Сережей, у которого очень приятный голос, уже ездили в путешествие. А то еще есть потребно в подружи, опруч пашпорту и пенензы. Визы, аптечки, убезпечения, ładowarki, telefonu, biletu, słuchawek, ubrań. O Jezu, oczywiście chata, czyli mieszkanie. To jest kwartira. Oczywiście można zamieszkać w hotelu lub w hostelu, ale żeby poczuć się prawdziwym warszawiakiem, krakowiakiem albo poznaniakiem, warto wynająć mieszkanie, czyli снять квартиру. Поэтому предлагаю взять какое-нибудь объявление прямо с Фейсбука и на живом материале совсем разобраться. Ну а для начала подписывайтесь обязательно на наш канал, поставьте лайк этому видосу, потому что вас ждет много полезной информации. Ну, смотрите, как я стараюсь, такой мэйчик для вас сделала. Шмяло, едем мы. Ну что? Wchodzimy na Facebooka albo na Face'a, tak często się mówi w Polsce. I w grupie Szukam Mieszkanie widzimy fajniutkie ogłoszenie. No i dziękujemy Ewie Szymczak. Dzięki kochani, pozdrawiam serdecznie z Mińska. Уже в самом названии видим много интересного. Кавалерка на вилле в отреставрованной каменице. Кавалерка – так по-польски чаще всего называется однокомнатная квартира. Ну и запомнить это совсем не трудно, потому что слово «кавалерка» образовано от слова «кавалер», что значит «холостяк». Часто в однушках живут именно неженатые парни. Все логично? Остальные варианты не такие интересные, но чтобы мы знали, мешкание может быть однопокоевое, двупокоевое и так далее. Вильда – это район в Познани, и это нам запоминать не нужно. Далее – каменица. То есть мурованный дом мешкальный о кильку пентрах и велу мешканиях. То есть каменный или кирпичный дом в несколько этажей с множеством квартир. В общем, это такие старые небольшие дома европейского типа, которые нам всем очень нравятся. Ну, лично мне точно. Кстати, в Польше даже этажи считаются по-другому. Счет начинается с нуля. И нулевой этаж называется по-польски партер. А далее первое пентро, второе пентро и так далее. То есть наш первый этаж – это партер. Наш второй этаж – это первое пентро. А наш третий этаж – это польское второе пентро. Второе пентро. Так, я ничего не перепутала? Второй вариант – это блок. То есть то, что мы называем многоэтажкой. Чили. Кавалерка на вилле в отреставрованной каменице, значит однокомнатная квартира на вилле в отреставрированном доме. Так и просто, цо? Хорошо, что у нас дальше? А дальше мы читаем объявление. Полецам на вынаем пенькнун свежо выремонтованную кавалерке. Полецать – это советовать, рекомендовать. Это очень часто встречаемое слово, поэтому берите его на карандаш, как говорил мой преподаватель с университета. Но тут, думаю, все понятно. Эва нам рекомендует снять прекрасную однушку с новым ремонтом. Тем далее. Мешкание застало запроектованное через архитекта внутрь, дзięki чему есть выjątkowo функциональное, ужито высокой якости материалов. Бла-бла-бла. Архитект внутрь – это дизайнер архитектов. Это дизайнер интерьеров. То есть квартиру проектировал дизайнер интерьеров, благодаря чему квартира очень функциональная. А также были использованы материалы высокого качества. Если что, Ева Шимчак не платила нам за рекламу. Мешкание застало запроектовано через архитекта внутрь, дзięki чему есть выjątkowo функциональное, ужито высокой якости материалы. Wszystko nowe, еще никт не мешкал. Заманчиво. Каменица есть отреставрована. Кончится остатний этап. Ремонт кладки сходовой. То есть ремонт лестничной клетки. Сходы – это лестница. Очень легко запомнить. По ней мы ходим. Вверх-вниз ходим по сходах. В коритажу найдется практично шавка на буты и вешак. Коритаж похож на наш коридор, поэтому в итоге получаем, в коридоре находится практичный шкафчик для обуви и вешалка. Вешак. Ну и, наконец, ближе к делу. Канапа в салоне есть раскладана. Салон. Такое прекрасное и возвышенное слово. Но салон есть у каждого в квартире. Это зал или гостевая комната. Канапа – это не большой бутерброд, а просто диван. Получаем диван в зале раскладной.
Ну, спим мы, конечно, чаще всего на кровати. А по-польску то będzie łóżko. 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 А в салоне еще может стать, например, регал або полки на książki. Регал – это стеллаж, ну и полки на książki, полки для книг. Ewa nie ma tego w mieszkaniu swoim, ale bardzo często w pokoju może stać biurko. Biurko to pismenny stół. Na podłodze, to jest na polu, podłoga, może leżeć dywan. Miękki, piękny dywan, to jest kawior. I może stać jeszcze jakiś fotel. Miękki i wygodny. Мягкое и удобное кресло. А помнитам же, кресло по-польски это будет стул. Вот такие ложные, друзья, переводчики. То есть в кухне со столом у нас стоят кресла, а в сыпяльне, например, стоит фотель. Зафиксируем еще раз. Диван – это ковер. Диван – это канапа. Кресло – это стул. Фотель – это кресло. Вот такой вот язык польский. Добра. Ну и раз мы начали называть все комнаты, то давайте перечислим все основные комнаты в квартире. Салон мы уже с вами знаем. Дальше место, где мы спим. По-польску спальня называется сыпяльня. Комната, в которой готовим, кухня. Все идеально просто. Там, где моемся, łazienka. 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 Детская. Это покой дзіцячы. Ну, или если у вас есть прихожая, или вы из аристократов, и у вас есть передняя, по-польски это называется przedpokój. Ну, потому что он перед комнатами. Przedpokój. Комода и дуже шафа справили же не będzie проблему с местом до przechowywania. Комода и шафа похожи и понятно. Только будьте внимательны, что в польском языке эти слова женского рода. То есть дуже комода, дуже шафа. Не będzie проблему с местом до przechowywania, то есть не будет проблем с местом для хранения вещей. Анекс кухонный схованный jest we wnętrze. Strefa dzienna jest dyskretnie oddzielona. Анекс кухонный – это очень частая история в Польше. Анекс кухонный – это встроенная кухня, которая не является отдельной комнатой, как на фотках Эвы. То есть кухня спрятана в нише, а дневная зона незаметно отделена. Раскладанный стул кухонный. Раскладной кухонный стол. Чё-то непонятно. Всё понятно, польский вообще легкий язык. Польский вообще легкотня какая-то. Кухня выпосажена во всички потребные спшенты. Злев, пекарник, кухня индукцийную, окап, лодовку подблатовую, чайник, а также дужу ilość шафек вишонцых, что дает нам высокий комфорт użytkowania. Кухня оборудована всеми нужными приборами. И погнали! Злев – раковина, потому что вода сливается. Пекарник – духовка, потому что там мы запекаем всякие вкусняшки. Кухня индукционная – индукционная плита. Окоп – тут без ассоциаций, это вытяжка. И моя любимая – лодовка подблатова. Ну, что это может значить? Macie jakieś pomysły? Если посмотрим на фотку, то отдельного холодильника мы не видим. Лап – это столешница, а не то, что мы говорим, когда ударяем мизинчиком о диван. Поэтому подблатовый – это такой, который находится под столешницей, ну, или по-русски говоря, встроенный холодильник. Маленький встроенный холодильник. Чайник – он и у нас чайник. Шафки вишонцы, шкафчики висящие. Что еще может быть у нас в кухне? Например, микрофалувка, то есть микроволновка. Фале. В łazience дуже ilość półek схованих за люстрами и две поємні шуфлади в шафце под умывалком. Дуже нових словек, правда? Люстро – это зеркало. Поємні шуфлади – это вмістительные шуфлядки, ну, то есть выдвижные ящики. Умывалка – это умывальник. Это как злев, только в ванной. Под прышницем полки на косметики. Прышниц. Прышниц, не пшишниц. Это душ. Ну и лучшая ассоциация для этого слова то, что он прыска. Прышниц, прыска. Полки на косметики, соответственно, полки для косметики. Обращаю ваше внимание, что косметики уживаем завше в личбе многие. В łazience новочесна пралька. Пралька, стиралка, да, стиральная машина. За помощью пральки можем прать.
То есть стирать. Программовальный сторонник огревания, уменьшающий зужитие энергии. Это все вода, 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 вода. До мешкания приналежит również пивница. О, а тут это очень чекавего. Пивница – это подвал, подвальное помещение. Кстати, в Польше так часто называются всякие бары или пабы. Цена за наем 1400 злотых плюс оплаты. Все понятно. Цена за съем квартиры 1400 злотых плюс оплата. Ну что, белорусики, переведемся на наши рублики. То есть такая квартирка в Познане обойдется в 780 белорусских рублей. Плюс коммуналка. Не слабо, да? Оплата эксплуатационная плюс вывоз смечи плюс заличка на воду около 100 злотых. Фронт около 150 злотых. Чили разом около 250 злотых. Фронт – это электричество, за него мы заплатим 150 злотых. Оплата эксплуатационная – это что-то типа нашей оплаты в ЖЭС. Заличка на воду – взнос за воду. То есть каждый месяц платится 100 злотых за воду. Ну, добре, мои дрозы, зараз повтужмы всички слова, которых дзісяй ще научились мы. Погнали! Покой, в котором ємы. То есть… Добре. То есть кухня. Покой, в котором спимы. То есть… Jalnia. Pokój dla dzieci to jest pokój dziecięcy. Tak jest. Pokój, w którym myjemy się, to jest łazienka. I pozostał nam salon, prawda? I jeszcze malutki pokój przed wszystkimi pokojami, to jest przedpokój. Co znajduje się w kuchni? Zlew. Lodówka, może stać pralka, wiszą szafki, stoi mikrofalówka, jest stół i krzesła. I to kuchenka, może być na przykład indukcyjna. Okej, co znajduje się w salonie? Przypominamy sobie. Regał. Półki na książki. Kanapa. Dywan. Fotel. No i najważniejszy przedmiot w sypialni to jest łóżko. I została nam łazienka. A w łazience my znajdziemy... Трудное слово было. Прышниц. Прышниц, так, прыска, памятамы. И может стать еще умывалка. И пралка. Ну и что, кохани, на дзісяй то всё. Жегнамися. Życzę вам такой файной хаты, але два раза таней. И до новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Да. Ну, подпишись. Подпишись.